В описании под видеороликом есть группа ВКонтакте наша. Всего доброго, пацаны. Рандомчик 42-й запилил для вас. И, кстати, давайте все вместе попробуем найти эту обычную цену на все товары. Будем уходить, а как же? Будем одним роботом играть, а чё? Я же рак. Братуха рак, правильно? Правильно. Ой, надо падать. Чё, я не могу спрыгнуть? Да вы нахер совсем охренели! У меня пуху оторвало. Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка, в которой можно блин купить? А вообще оторвали у братухи все пухи. Всем привет! С вами братуха. Мы играем в War Robots. В War Robots имеются скидки. А у меня один вопрос для вас. И вопрос для разработчиков. Все мы знаем, в последнее время идут скидочки. И скидочки идут от обычной цены. Обычная цена на все товары. А именно от этой обычной цены и идут скидочки. Мне интересно, Паттон вроде бы, пишите в комментариях, пожалуйста, но Паттон, стоил как-то, я не помню, вроде 500 рублей полгода назад. Сейчас он стоит, ребята, 169 обычная цена. Ну и скидочка на него 55. Что самое вот интересное, где же это находится обычная цена? Где можно купить этот товар по обычной цене? Я ломал голову, сидел 4 дня и 5 ночей и никак не мог найти, где же в игре есть товар, роботы, пушки по обычной цене. Искал, вдуплял, и 15 раз в это место жал, и 25 в это место жал, и вот тут я двумя пальцами поочередно, и вот здесь я водил зад-вперед с четверга на пятницу, и никак не открывалась та самая потайная комната, где можно купить этих роботов и эти пушки по обычной цене. Вам не кажется ли это страшно? Страшно, когда мы, тысячи игроков, слепые, мы не можем увидеть эту комнату, магазин, где обычная цена. Мне лично, мне очень страшно, что я что-то тут не вдупляю. Ищу глазами эту кнопку, но что-то прям вообще не могу вдуплить. Где она? О, Крэйзи Вич. Крэйзи, го во взвод. Что-то опять с ошибками написал. Бу-бум. А давайте посмотрим, что за Крэйзи Вич. Ну, это девчонка, короче, ведьма. Так, в Серебряной Лиге. Карнач такой не прокатит. Ну, нормально. Гриффин, 6-7, Тулумбас. Надо приглашать. Девчонка. Вот с этой девчонкой-то мы еще не катались. А почему бы и нет? Давайте посмотрим, как она играет. Крэйзи Вич. А, из чата же можно пригласить. Крэйзи Вич. Давай приглашаем в обзор тебя. Так вот, где же эта обычная цена? Я вот у вас спрашиваю, товарищи, вот где же она есть, эта обычная цена? Откуда она берется вообще? Может, какая-то сторонняя ссылка есть, ребят? Магазин, может, где-то действительно там у пиксоников какой-нибудь сайт есть отдельный, где можно зайти, ввести свой ит игровой, оплатить, купить, короче, по обычной цене, и тогда зачислиться. Или как вообще все это дело происходит? Вот где? Я ночью проснулся в холодном поту, и я включил War Robots, и опять начал искать эту кнопку, чтобы зайти в этот магазин с обычными ценами. Меня жена такая в бок толкает. Вов, успокойся, говорит. Успокойся, Вован. Они просто обманывают тебя. Берут обычную цену какую-то непонятную, откуда-то из потолка, делают на нее скидку, опять же непонятную из потолка, ничем не обоснованную, и деньгами. Просто как захотел, так и поставил. А ты хочешь покупай, хочешь нет. Крэйзи Вич не хочет идти в обзор, боится. Ну давайте мы сходим без нее. В общем, тема видеоблога, ребят. Вот, вы поспрашиваете, может, действительно кто-то знает, где же эти самые обычные цены. Вот, не хочу я Паттона со скидки покупать. Или как там, наоборот, проворонил я скидку на Паттона. Ну, блин, захочу Паттона купить за 169 рублей. Паттона, представьте себе, Паттона за 169 рублей. Паттон, не Ланселот, не Грифон, не Бо, Паттон. Хотя Паттон, наверное, круче, чем Бо. И вот хочу, и ничего-то никак не получается. Хотелка у меня, наверное, не того калибра. Высоко лечу, далеко гляжу.
Кто за нас играет? Все синие и без шкалы крепежа. Так, ему щит разносят. И братухин и тулумбасы идут в ход. Так, КДшечка у нас откадешилась. Но мы же не такие, мы же не из пальца сделанные. Мы же вот так как бы прыгаем. И щит ему сносим. И допрыгнули мы все-таки. Давайте посмотрим, далеко ли сможет от нас убежать. О, это я зря. Чувствую, огребу я сейчас. Не по-детски. О! Не убежишь от нас. Жаль пятого левела, конечно. Ой, надо падать. Чё, я не могу спрыгнуть? Да вы нахер совсем охренели! Чё за фигня? Мы чё, проигрываем? А откуда я огреб? Бедный мой робот страдает. Прям проигрываем мы. У меня пуху оторвало. Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка, в которой можно, блин, купить этого Паттона за обычную цену? Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка? Ну где же эта кнопка? Ну где же, блядь, эта кнопка? Выпустили мы обойму. 560, мы его доели. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, этого парня мы тоже маленько подлили. Ха-ха. Братуха воюет. А вообще оторвали у братухи все пухи. Убили братуху. Долго я воевал? Долго. Ну, грифон 6-го левела, а пинаты с тулумбасами были 5-го вроде левела, ребят. Ну, блин, старался, тащил как мог, конечно. Не все же коту масленица, да? Вот сейчас у меня таран 10-го и магнума 10-го. Вот. Ну, попробуем тоже вот потащить маленько там на левом фланге. Оригинал Аламус! Аламус оригинал! Сейчас посмотрим, насколько мы ему можем вдуплить. Хотя тут вот парень какой-то наглый вообще прям... что-то вообще наглый какой-то парень. Спрятался, убежал, да? Ну, давай, пойдем посмотрим. Посмотрим. Это оригинал нам вообще прям не проблема. Он... О! Давайте мы сначала этого парнишку выдуплим. Посмотрим, что у него там за роботы. О, да, у него плазма. Как хорошо, что у него не ракетки. Ну вот, обижаем Лео. Блин, у меня всего 3 пушки, а у него, блин, 4. Зря ты, парень, с твоим дробашом надо на сближение идти, пацан. Ну, в общем, вдуплили мы ему по дуплу, надавали. Ну, больше мы не пойдем в бой. О, мы сейчас прям, я знаю, как сделаем. Мы спрячем полробота сейчас. И будем вот так раздавать, смотрите. Так. Это был Карнейдж на дробашах, парень. У меня, извини, щит, а у тебя слишком мало хп, чтобы со мной торговать. Ты Карнейдж, ты не Лео, парень. Ой, это кто? Это имбецил, вы видите, а не Голем. Ой, у меня оторвало щит. Будем использовать... Что ж мы будем использовать-то? О, ракетки на меня полетели. Убегаем. Будем прятаться за... Что? Что-то мы вообще в лес не можем. За укрытие будем прятаться, товарищи. Вот, укрытие нам дает возможность стрелять, вести огонь, смотрите, да? Вот. Знаете почему? Потому что, блин, таран находится над роботом. Маленько подожгли мы Рина жопу. Ну, Рина, думаю, сейчас на меня-то пойдет, парень. Загришься? Ага. Не, Рина не на меня, но в попенцию мы ему вливаем. Сейчас маленько мы его... А, братуха встревает. Ну, магнумами меня убили, да? Так, кого бы взять? Давайте грифона возьмем. Ну, вроде выигрываем или проигрываем, непонятно. Ну, сейчас Арина сольют, и центральный маяк отожмут опять. И будем выигрывать. В общем, пока 2 робота я использовал. Вот. А это кто, интересно, не помните? А, как мы его вдвоем. Давай-давай, добиваем его. Это был Витязь. О, грифон на плазме, а мы на ракетках. Только нас трое, а ты один. Не все коту масленица. Давай-давай, добиваем его. Убили. Так, один остался. Ну, выйди сюда, выйди. Убили. А это Рина, надо... Ну, конечно, тут уже выиграли, но можно стрелять. Ой, я все опять все кнопки нажимаю.
Звук пошел включаться, ёкарный бабай, короче. У меня когда нервяк, пацаны, это долбит, короче, это того. В общем, нифига мы так надуплили им. Вот. 700 тысяч дамага, нормально, я считаю, так нормально. Хорошо. Нормально, голос появился. Зато появился. Зато это. Гайда, видео, учебники пишу. Вот, была возможность. В общем, ребята, посмотрите, как задуплили мы парней. Иронмен из Ирана с нами воевал, парень, 500 тысяч дамага нанес. Тиберий 651 тысяча дамага набил, он в Золотой Лиге находится, с клана Россия 62, ИТ 10 927. Это, блин, один из новых парней. У него Лео, 3 Гека, 3 Дента, охуенно Лео. Ну, для дальняка, конечно, на этой карте не подфартило. А вот Фьюджин на гидрах, у него был гидра 10 левела. Рина, Магнум, Арканы 10 левела, Тулумбасы. Гриффин почти топка. И Ланселот, ребята, топка. Ланселот топка, правда, у него почему-то Тулумбас вместо второго Аркана. Ну, вот такой парень, вот молодец, я что хочу сказать. Тиберий, красавчик. Вот 650, а я 721 набил. Ну, я кто? Я братуха, я жрачела, пацаны. Я же Рачел, а как там какой-то конст или, короче, кончита какая-то пишет ВКонтакте. Вот использованы были в начале игры 6-й Гриффин на 5 тулумбасах и 5 пинах вот 5-го левела. Если бы я повесил бы все грифоны с такой сборкой, я думаю, набил бы так же, но я бы их не жалел бы в этом бою и использовал бы все 5 роботов. Дальше был использован Галахет. Ну, Галахет, вы знаете, что у него только щит, как бы меня и сдерживал. Да, вот 10-го левела у меня Тараны и 10-го Магнума. Ну и Гриффин в конце съел одного робота. Все. Остальное он так хапчик доел. Ну, 100 тысяч, может, он и взял 100 тысяч. Вот, 600 тысяч набрали вот именно вот эти две сборки. Так что вот так, ребята, воюем. Давайте еще боек прогоняем. Хотя, может быть, возьмем мы вместо фуры, может, правда, еще одного грифона взять на пенатах тулумбасах 5-го левела. Ну, просто вот. Ребят говорят, что я, типа, нечестно играю. Вот, с таким ангаром, тут в Золотой Лиге всех гну. Ты давай к нам в экспертную лигу, короче, в экспертную. Вот, мы там тебе, короче, покажем. Но там другая игра, конечно, там же пушки у всех топовые, все 12-го левела. У меня даже грифы бедные, блин, 10-го левела грифон. Вот, паттон 9-го левела был в топочке. Вот, короче, у меня два грифона ракообразных. Вот, и на них сейчас будем воевать, пытаться 5-го левела. Конечно, если их в топочку заточить, то они там вообще, блин, в топочке будут нехило рубинить. Ну, давайте маячок мы захватим. Что мне нравится, не все ракеты прям расходуются в молоко. Можешь остановиться вот. Именно вот с такой зарядочкой. Сейчас пойдем воевать. Вот. И первого мы будем... не будем изобретать велосипед. Просто возьмем и... Да, и вот так сольем. Конечно, жаль 5-го левела, но ничего не поделаешь. Вот, парень вышел и под прямую попал. Пытается маяк захватить, что у него, в принципе, и получается. Но теперь парень будет убегать. В принципе, парень как раз будет убегать. Я, конечно, мог бы маяк попробовать захватить там, чтобы мне как бы галдижечка шла. Понимаете, я ничем не виноват, что этот парень выбрал Галахана. Так, 3, 2, 1, убегать надо, нахер. Так, все нормально, все, воюем дальше. Так, вот так, валим, спалим. По маякам проигрываем, но как-то... О, кастрюля, нифига себе. Опять все кнопки нажимают. Конечно, тут, блин, в Золотой Лиге одни раки сидят. Очень трудно, блин, проигрывать раком. Очень. Блин, не успел я залить этому парню. Но его сейчас заберут. Забрали. Да. Отлично. А тут у нас... Ай-яй-яй. Ну вот что я говорю. Промахнулись, а попасть-то все равно... Ну, остановиться вовремя смогли. Будем уходить, а как же? Будем одним роботом играть, а чё? Я же рак. Братуха, рак, правильно? Правильно. Парень думал, селс-режим идет, не успел. Вот тут надо помочь, смотри. Ну, маленько так помогли. Ну, кастрюля, конечно, молодец. Ну, я бестолку в него вливаю. Его на плазме сейчас заберут. Думаю, до того маяка сходить. Хотя парень уже должен идти, ёпта. Кадашечку, перекадашечку, и в эту арену сейчас вольем.
Вроде вливаем потихоньку. О, не успел отпрыгнуть, ребят. Что-то заглючило. Берем второго робота. Маленько помогаем, сливаем. Этот фуловый печально. Там парни воюют. Он, в принципе, должен за центральным маяком идти. А я за этим. По маякам проигрываем, ничего не получается у нас. Да-да, зайка! Ничего не получается у нас, ребят, абсолютно ничего не получается. Выигрывать не тащим мы как-то. Вот, видите, братуха сел на плохих роботов и не тащит. Вот. Вот так, ребят, сел братуха на плохих роботов, и все. И лоханулся. Вот так. Ну, тут, конечно, уже братуха одел топочку. 10-го левела одел. И начинает на топочке, как говорится. Вот сейчас он... Вот он, рак, братуха, только и умеет со слабыми играть. Вот его сущность братухина. Фу! Оп, слили, все. Ну, чё, блин, не получается, Децл. Ты чё такой, блин? Все такие крутые, все такие со щитами. Один я без щитов, прямо открытый. Вот он я, братуха. Вот оно, ребята, вот оно. Ралашара братуханская. Такой видос интересный получился. В общем, меня кушать зовут, ребят. Ужин, братухи, ужин. 700 тысяч дамага. Ну, конечно же, Ланселот. Он же настрелял Ланселотом, ребят. Вы чё, конечно же. Спасибо, спасибо, Парадокс. Буду выздоравливать. В общем, вот так вот повоевали, вот понимаете, вот против таких вот раков, как говорится, вот в золотой лиге братуха играет в песочке. Ну вот, вот такого и парень играет, вот он, набил. Видите, как много набил парень. На лоховском ангаре вообще. Молодец. Что там дали, ребят, за 700 тысяч дали, а 10 тысяч серебра. Неплохо, неплохо. Ну, в общем, что я хочу сказать. Товарищи, подписывайтесь на канал, если хотите играть со мной в прямом эфире на стриме, изучите мой WhatsApp, скачайте его себе на телефон и звоните совершенно бесплатно, тратится только интернет-трафик, можете поговорить со мной в прямом эфире, вот, пожелать мне гадости или там всего доброго, вот, и вот такие вот грифончики у братухи есть, вот они воюют, тащут, ну, как можно сказать, тащут, стараются тащить, но так ничего, нормально. В общем, с вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Оставляйте свои комментарии, добрые пожелания. Айдишники для клана вступать там, себя рекламируйте. В общем, все в комментариях разрешается. В описании под видеороликом есть группа ВКонтакте наша. Всего доброго, пацаны. Рандомчик 42-й запилил для вас. И, кстати, давайте все вместе попробуем найти эту обычную цену на все товары.